Сегодня мы будем делать вот такую татушку. Такой трафарет на плече у девушки. Перед тем, как нанести трафарет, нам нужно обязательно поскрабить кожу. Я беру скраб гелевый и скрабим. Чтобы татушка держалась долго. Абразивные частички, которые убирают омертвевшие клетки кожи, и у нас чистая кожа становится. Дальше. Теперь можем приступать к работе. На очищенную кожу мы клеим трафарет. Он у нас уже без защитные пленки, поэтому придется его. Вот у нас литр. Нужно дать ему капельку подсохнуть, чтобы он схватился. Перехода нет. Только переходит обычно не нужно. Thank you.
красиво, красиво.